Что тебе о них известно? Это древняя тайная секта. Они возомнили себя избранниками божьими. Судя по тому, что я видела, они далеко не праведники. Всем привет, дорогие друзья, вы на новом канале Lord Voodoo Железное Сердце. И наконец-таки мы нашли время вернуться в Tomb Raider. Сейчас у меня включен Xbox. Играем мы Xbox-версию. Как помните, начали мы в день релиза, а потом... Опять же, из-за нехватки времени пришлось все это дельце забросить. Мы находимся в тюрьме. Да? Пока Division бета-тест недоступен. Так, вот здесь, по-моему, можно выбраться. Умно. Так, как-то... Отсюда тянет свежим воздухом. Может, удастся выбраться. Так, кнопки помнишь, Лара? Так, надо что-то найти, видимо. Так, нужна труба. О. Давай, бери трубу. Давай. Холодная или кипяток это был? Расскажу, когда придумаю. Я засуну тебе в одно место. Умник. Опа. Чё, шумно, да? Тем более нужно бежать. 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 Лара, давай, вспоминаем кнопочки. Ой, толстенькая какая. Тебя кормили хорошо, видимо, тут. Так, смотрим, что тут у нас есть. Оба. Есть там выход? Нет, но есть кое-что, возможно, полезное. Рекурсивный лук и канат. Здорово. В шкафчике будем лазить? Не хочешь в шкафчике лазить? Так, 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 так. Так, ну если что, мы кого-нибудь готовы застрелить. Такая коморочка, главное, сделалась. Свежий воздух. Что-то там свежего воздуха не нашел. Тише. А то охрана прибежит. Прицелиться и рвануть за веревку. Так, куда прицелиться-то? Может, я в лоб Когда тут появился Константин со своими людьми, мы думали, что сможем дать отпор. Но я понятия не имел, с кем мы имеем дело. Что сделать-то надо? Мой народ. Мы живем в долине сразу за перевалом. Прицелиться и рвануть за веревку. Да уж, постараюсь. Что-то делать, как будто тут есть выбор особый. Луком только не зацепись. Тетиву порвешь. Выпусти меня. Я помогу. Я тебе не доверяю. Мы точно не враги. Я это чувствую. Ты, судя по всему, тоже. Мне проще в одиночку. Я местный. Я все тут знаю. А я быстро учусь. Не сомневаюсь. Но я могу предложить тебе нечто более ценное. Я знаю, что ты ищешь. Спасибо. Меня зовут Яков. Лара. Держи. Это если разделимся. Нужно идти. Точно диверсант, раз знает, что мы ищем. Знаешь, как отсюда выбраться? Так, может, чем-то есть? О! Поднимай, что ты. Мы вошли в долину около суток назад. Я ожидал сопротивления и не был разочарован. Люди долины думают, что побеждают. Но чем яростнее они сражаются, тем тверже моя решимость. Если бы им было нечего защищать, они бы так не жертвовали собой.
не сопротивлялись бы пыткам настолько упорно. Они верны своим убеждениям. И за это я их уважаю. Но они оказались не на той стороне. Осталось недолго. Новый лучший мир грядет. Грядет и нагрянет. Хорошо, бежим, способная ученица. Сюда, да, говоришь? А почему сюда? Сколько ты пробыл в той камере? Достаточно, чтобы понять, что Константин ни перед чем не остановится. Святой источник? Здесь? Доверие, Лара, штука военная. Прям в катакомбах советской базы, да, будет источник? Сейчас мы посмотрим сначала, идти-то все. Ломай. Отлично, Ларочка. Деталь блочного лука. Так, тут больше ничего. Ничего. Ленин! Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Давай. Так, тут, наверное, выход наш. О, еще диктофонная запись. Теперь Лара знает правду. Чувства какие-то странные. Во-первых, сожаление. О той части меня, что осталось там, в пыточной камере. Еще что-то. Я знаю, Константин считает, что я потеряла хватку. Размякла, пока жила с Крофтами. Но он ошибается. Это не мягкость. Это решимость только другая. Я знаю, что лорд Крофт был умен. Знаю, что его дочь хранит его тайны. Она была бы незаменимым союзником, а будет опаснейшим врагом. Только бы Константин не вздумал ее недооценивать, а то с ним бывает, что высокомерие затмевает рассудок. Подонки. Долина, ну пойдем. Что-то есть что-нибудь? Ящичек. Какую-то шнягу нашли. Уйди отсюда, дядька. Мешаешься тут, ходишь. Давай, Ларочка, убегать надо. Найтан Дрейк, прямо за тобой. Кстати, эта игра вышла совсем недавно на ПК. Сколько я знаю, позавчера. Так что она уже не эксклюзив. Вот за это я и не люблю Xbox, потому что все их не эксклюзивы со временем становятся не эксклюзивами. Временная эксклюзивность — это неинтересно. Что это мы такое нашли? Бревно какое-то, что ли? Ага, бревно, связочка. Что, не стало стрелять, что ли? Туда ешь. Так, состругали стрелы. Бутылочки нам, я думаю, не пригодятся. Стрелки состругали. Так, это для стрел пригодится. Так, мы точно состругали стрелы? Ну что, будем убивать? Так, кто здесь? Хрена себе игрушечки. Бляха-муха, они что, увидели, что ли, меня?
Ничего себе. Так, давай вот эту тетю убьем. Тетю, говорю. Давай, давай, давай. Души, души, души. Ё-моё. Чё, стрел нету, что ли? Души. Давай, 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 давай. Бегай. Бегай. Так, что тут у нас? Давайте, какой-нибудь стороны зайдите. Вот он. Опа. Души. Душительница, давай. Блин, встал, чувак. Попал. Давайте отвлечемся. Чуть-чуть. Идите вон туда, погуляйте. Ё-моё. Бей, 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 бей! Ё-моё. Чё-то как-то страшно получается у нас. Под фонариком такая ларка бегает. Вообще пипец. Чё там у нас? Чё, упала? Отлично, мы что-то нашли. Бутылочку подобрали. Что у нас, патроны появились? Или что? Аптечка. По-моему, где-то еще чувак должен быть. Собирай, собирай. Ларусик. Так, тю-тю-тю-тю-тю. Так, эти бутылки, главное, не взяли, зато другие повыкидывали. Так, комп, ты что, не работаешь, что ли? Блин, был уверен, что я смогу тебя заюзать. Куда нам идти? Так, в багажнике что есть у нас? Пусто. Вертолет летит. Зашибись. Фух. Это было опасно. Всех раскидали. Можно поизучать. Что тут поизучать-то, я даже не знаю. Так, ворота открыли. Я смогла открыть внутренние ворота. Анна скинула маску. Наконец мы снова воссоединились. Без нее в последние годы было сложно. В минуты слабости ее голос всегда придает мне сил. А когда Анна теряет надежду, я ее возвращаю. Однако, должен признаться, я беспокоюсь за нее. Да, ее здоровье пошатнулось, но меня беспокоит ее решимость. Боюсь, она потеряла часть себя, пока была с Крофтами. Должно быть, она так усердно притворялась влюбленной в лорда Крофта, что влюбилась в него по-настоящему. И теперь я боюсь, что это коснулось и Лары. Его двор. Я уже там. Боится он. Подонок. Как такие подонки вообще живут на белом свете? Так, что мы тут можем найти? Опять вертолет летит. Спрячься, 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 спрячься. На карачечках поползай. Чуть-чуть. Нет, бутылки нам не надо. Так, стол с креплением. Для создания веревочного моста встаньте рядом со столбом. Осталось понять, что за столб. Ты не допрыгнешь туда? А, тут вообще, блин, пипец какой-то. Снег глубокий. Так, вот он, столб. Встали. Чтобы прицелиться, удерживайте ЛТ.
тебя прицелиться. Так. Ага, вот сюда. О, научились! Надо же. Какая красавица наша Ларка. В дверь ломать, может? Яков, что он делает? А, все-таки я так и знал, что он будет подонком. Вот фраза мне вот смутила, которую он говорит, что... Типа, я знаю, что ты ищешь. Не шуми. Не шуми, Ларка. А, это он подслушал. Я думал, это он рассказывает. Вот она, секта. Тогда у меня хорошие новости. Пришли разведданные. У дикарей есть деревня. На той стороне горы. Скоро настанет твой день. Наш день. Если ты не будешь больше отвлекаться. Ты о чем? Ты пожалела ее. Эту Крофт. Она ведь до сих пор жива. Но нам нельзя жить в прошлом, понимаешь? Сомневаешься во мне? Ты знаешь, что я сделала для Троицы? Чем я пожертвовала? Что мне пришло? Все нормально. Жизнь крепко побила нас обоих. Но я поклялся всегда тебя защищать. Ну и кто из нас расчувствовался? Обещаю тебе. В конце нам воздастся и Святой Источник... Даст тебе жизнь. Что еще важнее? Жизнь в чистом, безгрешном мире. Отправь людей в эту деревню. Узнай, что им известно. Это слишком опасно. Вот только не начинай. Все это будет неважно, когда мы достигнем цели. Константин, вас ждут в тюремном блоке. Это наше общее дело, сестра. Помни об этом. Всегда. Что ты делаешь? И свершится суд над людьми, и обратятся неверные в прах, и развеется прах тот по ветру, и восстанут те, чья вера была чиста, и обретут жизнь вечную. Беги, я тебя найду! Мы должны их найти! Ищите! Точно где-то здесь. В тюремном блоке никого. Всем внимание, она не могла уйти. Так, вот лошары только узнали, что сбежали. Так, спрячься от солдат Троицы. Вот они тут ходят. Так, не пались. Сейчас они уйдут. Блин, они ломают, что ли? Блин, они сейчас сюда залезут. Этого нам... На севере лагеря есть депо. Я буду ждать тебя там. Уже бегу. Депо. Так, ломай. Давай. Отлично. Так, ну ладно, не успели осмотреться в комнатке, но уже и не важно. Ну засов закрой. Молодец.
депо. Он будет ждать нас в депо. Так, никаких диспетчерских, дурики. Нашивка солдат Троицы. Один рисунок без слов. Они не афишируют себя даже перед собственными пехотинцами. Угу. Ничего тут секретиков не спрятано. Жалко. Так, веревочная лесенка. Так, и на ту сторону куда-то. Из воды. Так, отпускай, я понял. Провод из воды. Так, и целится вот в эту шняшку. Стрелы кометы можно также прикреплять к веревочным бухтам. Фигня какая-то. О, закрепила наконец-таки. Давай, поднимай. Что, в другую сторону, что ли? Давай другую. О. Вот. О, получилось. О, можно пробежать по водичке. По водичке, по водичке. Что-то как-то... Ух ты! Такая рожа! О, теперь у меня автоматик есть. Давай. И в голову. В голову! Отлично. Штурмовая винтовка. Отлично. Сначала дали нам пострелять. Ученая? Я сейчас покажу ученую. Умер. Все. Патрончики. Так, патрончики уже не нужны. С тебя что можно? С тебя ничего нельзя взять. Лошаперт какой-то. Моё? Ух ты, бляха-муха. Опять вертолетик летает. Фонарик. Всегда мечтал о фонарике. Оба. Там еще бочонок был. Да, это мучительная смерть, ничего не скажешь. Не позавидовать вам. Патрончики. Каску жалко, нельзя одеть, а. Лара, тебя не любят. Удерживайте ЛБ, создание взрывчатки. Мелкие объекты, бутылки, банки. Засуну, можно превратить в метательное орудие. Отлично. И бросок. Нифига его зафигачило.
Души, души, душительница луком. Все. Хребет переломлен. Опа. Че, не ждала? Не ждал такого напаса от девочки, да? Не ждала девочка? От девочки. Так, ух, сколько банок. Одну взрывчаточку сделаем. Держи. Классно, да? А ты думал, что тут вон? Прогулка, что ли? По сибирским просторам. А нет, тут-то было, батенька. Нельзя. Не берется нифига. Для стрел пригодится. О, рюкзачок. Какой-то путешественник лазил здесь. Карта обновлена. Ты бы курточку одел, что ли? Греться. А, я тут лагерь могу разбить. Дополнительный костюм. Выберите для... Словно спала с глаз пелена. Я знаю, что здесь что-то скрыто. Это искали красные. А теперь ищет Орден Троицы и Анна. Анна. Господи. До сих пор не могу поверить. Все это время. За папой она тоже следила. Мысли вслух. Идти дальше. Найти Якова и помочь его людям. Если я смогу убедить их, что мне можно верить, возможно, он ответит на мои вопросы. Так, продолжить. Экипировочка. Рюкзачок. Выберем костюмчик. А, экипировочка, погоди. Костюм почему у тебя не выбрался? Навыки. Так, ну что, будем качать себе выживание? Находчивый боец, чтобы получить больше опыта, выводить из строя или убивать врагов самодельными переносными предметами. Нажмите в момент приземления с большой высоты, чтобы по большому покатиться и получить меньше урона. Возьмем. Пули со смещенным центром тяжести. Изготавливайте экспансивные пули до пистолета, расширяющиеся при попадании и наносящие повышенный урон. Эксперт-подрывник. Улучшенные технологически изготовленные повышают радиус взрыва самодельных устройств. Так, мастер изготовления трупов ловушек. Устанавливайте на тела врагов ловушки, поражающие ядовитым газом обыскивающих тела противника. Или в базовых лагерях можно изготовить вместительные сумки для боеприпасов и иных ресурсов, а также повысить количество боеприпасов, создаваемых на ходу. Так, трупы ловушки давайте сделаем. Мастер изготовления трупов ловушек. Находясь рядом с трупом врага, удерживайте РБ, чтобы установить на нем ловушку. Если кто-то из врагов начнет изучать тело, ловушка сработает, выпустит облако ядовитого газа, который незаметно для остальных выведет из строя врагов, находящего вблизи трупа. И никто ничего не узнает. Отлично. Охотник. Так, это мы навыки. Мы потратили уже все свои очки доступные. Рюкзак. Боеприпасы, что у нас тут? Бесшумные стрелы. Изготовить по максимуму. Это мы не можем изготовить, у нас их максимум. Экипировочка. Колчан.
изготовили себе ранец. Мы красавчики. С Ларкой. Так, оружие. Штурмовая винтовка. И что, мы ее можем улучшить? Ух ты. Правда, можем что-то улучшить. Ствол для кучной стрельбы. Модифицирует ударник. Кожух ствола. Ну, тут что у нас используется? Гаечки, которых мы находим. Очень много. Так, и боеприпасы у нас побольше станут. Так, отлично. Что мы еще можем улучшить себе? Ледоруб. Уже ничего не можем улучшить. Рубашечка. Давайте какую-нибудь рубашечку на Ларку оденем. Древний авангард. Сибирский следопыт. Бессмертный страж. Ну-ка. Ух, ни хрена себе. Зуб на зуб не попадает. Зато бессмертный страж. Одежда потомков выполнена в византийском стиле. Ну-ка. Пойдет, все. В такой одежке уже можно ходить. Ну что ж, дорогие друзья, давайте дружно поставим пальчики вверх, подпишемся на канал. Мы продолжаем ждать бета-версию игры Destiny. Это была Лара Крофт. Небольшая разминочка на Xbox One. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Ларка мерзнет, она без ваших лайков, смотрите, скоро загнется. Давайте, ждем. И комментарии тоже пишите. Всем пока.